спасибо, за что вы смотрели раньше видео. И сегодня мы будем делать адобо строганов. Это комбинация русский и филиппинский. И пишу. Сегодня ингредиентом будет свинина, чеснок, лавровый лист, уксус, сольным соусом, грибы, сметана. И молотые черные перцы. Если тебе уксус нету, всегда можно пользоваться сметанием, чтобы маринад Надо добавить свинину, чеснок, уксус, сольный соус, лавровый рис и перец. Сейчас мы будем поставить холодильнику ночью, чтобы маринад. Положить в вашу кастрюлю. Теперь мы будем перевести уже кастрюлю вот эту свинину. Помешиваем время на время. Свинина уже готова. Можно уже соус. И надо налить масло в кастрюлю. Добавим лук. Помешиваем лук. Добавим грибы. И смешиваем. Когда грибы готовим, поставим мясо. Помешаем. Последнему добавляем. Смешиваем. Помешаем. Адобо строганов уже готов. Можно поддавать вот этим либо с рисом, либо с картошкой. Put the onion rings, but it's optional. Это все уже можно скушать. Brothers, ready to eat. Okay. It's yummy. Yummy. Yeah. Oh, God, thanks. It's delicious. Вкусно. Thank you.